Друзья, смотрите, вот это вот, вот это была когда-то моя машина, вот это Камри. Да, ребята, и номера те же, 1575. Не знаю, кто сейчас хозяин, в Малориту она когда-то уехала. Ох, и обалденная была тачка. Ну и сейчас смотрю, она как бы еще ничего. Я ее сам лично, ну не сам лично красил, но при мне делали вот эти вот арки, пороги. Ну смотрю, опять пошло. Диски вот эти вот оригинальные, тойотовские, я тоже в Польше покупал. Вот. Обалденная просто тачка. Там сзади еще два места, то есть она семиместная. Да, и Ханкук, даже еще передняя резина, даже, ребята, моя. Ну, офигеть можно. Это, ну, я не знаю, лет 5 назад это было, наверное. Но я точно помню, что человек был с Малориты. Ну, не знаю, может, она уже сейчас уже несколько рук поменяла. Ну, еще так бодрячком, я смотрю, 2,2, да, объем. Вот эти два дворника сзади, это прикольно, конечно, на этих Тойотах смотрится. Блин. Ну, приятно встретить свою старую любимицу. Да, увидел как. А, газ, смотрю, газ установлен. Да, это она, моя ласточка. 2,2 Камри. Но, ребята, пробег там был 500 тысяч, когда я ее продавал. И когда мне там залезли, менял там в моторе пару сальников, мастер такой залез и посмотрит, у вас, говорит, еще это оригинальная помпа стоит. То есть у машины был почти 500 тысяч пробег, оригинальная помпа стояла в машине, представляете? О, да, блин, нахлынули воспоминания. Она была очень ржавая, когда я ее покупал. В общем, я ее полностью обливал, красил. Там в Жабинке мне делали ребята. Пороги, кстати, арки я заказывал у того же мужика, что и на Фунтика. То есть вот сейчас там стоят у нее задние арки и пороги. У того же спеца заказывал, что и Фунтика где. Да, вот такая вот, ребята. Вот такая вот прикольная. Прикольная. Да, я ее не видел. Вот честно вам скажу, я ее раньше не видел. Может, и правда сейчас она уже из Малориты в Брест переехала. Ладно, друзья, вот такое вот было включение. Немножко на эмоциях, извините. Но это то же самое, что, блин, я не знаю, старую любовь там свою встретить, допустим. Все, всем пока, друзья.